кто-нибудь знает вообще, как их будут стерилизовать, в каком смысле? Все это очень странно, я считаю. Стерилизация лиц. Приветствую, друзья! Всем здравия! Уже давно сложилось ощущение, что если на экранах появляется какое-то очередное шоу от властей, то непременно в его тени происходит что-то еще. Итак, в этот раз, после так называемого пилотного проекта с QR-кодами, который должен сейчас обкатать общественное мнение, по их мнению, в пользу самих этих QR-кодов, поскольку народ поутихнет, попривыкнет, как они думают. Так вот, наши доблестные законотворцы очень быстро взялись рассмотреть поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Там этих поправок целая уйма, аж на 22 листа. Но я хочу вам зачитать всего лишь 3, которые показались мне ну просто из ряда вон выходящими. Вот такая есть поправка. Читаем. Пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции. Условия работы с биологическими веществами, биологическими, микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условия работы в области генной инженерии с возбудителями инфекционных заболеваний, включая осуществление коллекционной деятельности, связанной с использованием патогенных организмов. Коллекционной деятельности. Что это? Кто-то коллекционирует вирусы, микроорганизмы? Это что еще такое? Мне непонятно. Следующее. В целях предупреждения возникновения распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме производиться в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории, введение ограничительных мероприятий, карантина, осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, лиц с подозрением на такие заболевания, лиц, контактирующих с больными инфекционными заболеваниями, носителей и возбудителей инфекционных заболеваний, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, обеспечению средствами индивидуальной защиты, стерилизации. Это что за меры стерилизации лиц, контактирующих с больными? Кто-нибудь знает вообще? Как их будут стерилизовать, в каком смысле? Все это очень странно, я считаю. Стерилизация лиц. Дальше. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, оказывающие услуги физическим лицам, обязаны обеспечить беспрепятственный допуск на территории здания, строения, сооружения, помещения и другие объекты должностных лиц, уполномоченных на проведение санитарно-эпидемиологического расследования, а также обеспечить беспрепятственную возможность проведения обследования, отбор проб, образцов, необходимых документов. Что это такое? Такое понятие, как неприкосновенное жилище, вымарывается из истории или что? Объясните мне. Ну, еще вот уделяют особое внимание просвещению, пропаганде здорового образа жизни. Что это мы с вами прекрасно понимаем, что за здоровый образ жизни? Обжиживание людей, может быть. Ну и как всегда, не подписать этот документ выпадает честь ВВ Путину. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. На этом на сегодня все. До встречи.